По моему мнению, успех Югана, конечно, в его руководителе, Серовой Жанне Борисовне. В нем есть какая-то изюминка. В нашем коллективе это девочки, потому что мы самые лучшие. Мальчики тоже у нас хорошие, прям вообще. Ну, я считаю, что успех Югана в том, что она необыкновенно самобытна. Очень яркие, очень талантливые дети. Жанна Борисовна воспитала ни одного такого ребенка. Вот недавно был мастер-класс, мальчик приезжал такой вообще. В общем, я не знаю, но мне кажется, это что дети все, она не просто, даже бесталантных делает талантливыми. Во-первых, успех нашего коллектива – это в талантливом педагоге, в послушных детях. Она нас воспитывает просто как своих собственных детей. Успех Югана, безусловно, в Жанне Борисовне, потому что такого человека, ну, наверное, больше нельзя найти. Вообще, с самого детства ГДК уже Юган – это как второй дом, и мы, безусловно, благодарны Жанне Борисовне. Успех Югана заключается в нашем дружном коллективе и, разумеется, в самом прелестном хореографе – это Жанне Борисовне. Успех Юганы – это Жанна Борисовна. Она вот прям самая лучшая. Мы ее очень все любим. На сцене, когда смотришь на детей, у них, они сами все такие одухотворенные. Такие все, ну, вот дети, которые именно сами любят этот свой коллектив, свою Юганну. Успех нашего коллектива заключается в том, что участники коллектива имеют прекрасную школу. Ну и, конечно, в нашем хореографе Жанне Борисовне. Успех Юганны, я думаю, в первую очередь в том, что весь ее коллектив горит, можно сказать, живет танцем. Ее руководитель, Серова Жанна Борисовна, она поддерживает задор и энтузиазм, который Югана задала еще 20 лет назад. И Жанна Борисовна потрясающий, энергичный человек и просто замечательный друг для всего коллектива. Я хочу пожелать коллективу, чтобы он развивался дальше и радовал нас новыми танцами, новыми эмоциями. С юбилеем!